Сотрудники прокуратуры Советского района выявили нарушения в соблюдении правил безопасности дорожного движения. Так, проверка показала, что ряд мостов на территории областного центра существующие правила нарушают. Власти не обеспечивают должный контроль. Вопросы вызвали мост через Увать на Павла Большевикова, мосты через Сталку в районе улиц Рыбинская и Свободы. У некоторых отсутствуют необходимые ограждения, парапеты не оборудованы светоотражателями и высота бортов ниже должной. Суд поддержал исковое заявление надзорного ведомства. По результатам выявленных нарушений прокуратуры района в суд направлено административное исковое заявление к управлению благоустройства администрации города Ивана устранить выявленные нарушения. Требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Ряд требований должны быть выполнены до 1 декабря 2019 года, а ряд требований должны были быть выполнены до 1 ноября 2020 года.